В Выборге Ленинградской области прошло первенство России среди юниоров и юниорок до 21 года. В составе сборной Подмосковья выступали одинцовские спортсмены. Раперист Степан Мартынович в финальном поединке одним уколом буквально вырвал победу у петербуржца Захара Козлова и поднялся на верхнюю ступень пьедестала почета всероссийского первенства. «Старался фехтовать на максимуме своих возможностей», прокомментировал достижение спортсмен.